Аккуратные, вежливые вереницы и два десятка кабанчиков пришли вечером в садоводство, словно младшие классы кабаньей школы на экскурсию. Как живут люди в 21 веке? И как это часто бывает, молодежь пошла в разнос. Я вышел, елки зеленые, а тут толпа прошла. Где заборов нет, там это самое. По участкам покопались. Сезон для лесного зверя и правда не лучший. Снег глубокий, добыть пропитание сложно. Кабанья семья нагрянула в садоводческое товарищество «Радуга-1» в надежде на остатки плодов садоводства и огородничества. Камера зафиксировала. Пришли в 11 вечера, ушли уже утром. 6 часов кабаны провели в садоводстве. Методично одну за другой проходили все улицы. Здесь вот старая яблоня, но забор довольно крепкий. И вот такие глубокие норы кабанье семейство пыталось устроить подкоп. Впрочем, тщательно прошерстив ближайшие улицы, животные обнаружили и более удачный вариант – и яблони, и огород, и полное отсутствие забора. Вот натворили нашему садоводу. Все изрыли. Ой, все изрыли. Хулиганы, а не поросята. Тут на 14-й линии и проходила кабанья вечеринка. Перекопав весь огород, они, судя по всему, устроили привал и долго отдыхали под ветками яблонь. Народу в садоводстве сейчас мало, и те, что остались, немного встревожены кабаньим напором. До сюда, мне, слава богу, не дошли они. Не страшно вам тут в таких условиях? Нет, а что бояться-то? Нет, не страшно. Не возвращаться нет причин. Садоводство большое, еды на всех хватит. Так, видимо, и решили кабаны, наведавшись Радугу, уже на следующий день, не дожидаясь темноты.